Приветствую всех на своем канале. Радиоприемник Верас РП-225. На этот раз прием в диапазоне УКВ подключена тоже за окном наружная антенна. Диапазон и УКВ, и ФМ принимает. УКВ диапазон не перестроенный на FM, оригинал. Начнем с 65 МГц. Здесь он принимал звук телевизионного канала Примовин Молдова. Почему-то сейчас не принимает, не знаю, может, не работает. Частота второго телевизионного канала 65-75 МГц. У этого радиоприемника очень хорош, динамик хороший, усилитель тоже. Мощные станции с FM диапазона даже проникают. Чувствительность хорошая. S-a încheiat, dragi prieteni, între timp cea de-a doua semifinală din Cupa României la basket feminin, turneu final la Satu Mare. Sepsi Sfântul Gheorghe a învins pe CSM Satu Mare. Почему вы не надо дальше, а не, так сказать, относитесь с уважением? Мне кажется, что необходима переоценка роли определенных исторических личностей, не обязательно с разрушением памятников, но с, не знаю, какой-нибудь табличкой, которая уточняет... В диапазоне УКВ в Кишиневе вещает по вечерам радио «Свобода». Памятники тысячелетия Руси или Кешинска, нет Ивана Грозного. А у нас сейчас опять проблема, они поставили нам памятник Ивана Грозного, где-то он уже... По-моему, не только. Да, их уже памятников Сталина уже 20, около 20, значит, уже два Ивана Грозных есть. Ну, это в чем дело? Это вот мы укрепляем дружбу народов, или мы что таким образом? Какое-то время есть на них. Псалм 86, к версету 5. Никол Самаритян, религиозная. Это то, что может же кипул. Как видим, УКВ диапазон не пустой. Еще остались работающие станции. Бесшумная настройка. И АПЧ есть в радиоприемнике.
Dumnezeu acolo în tine? Ce tot ne întreb? Uitați ce este lucru. Uitați ce este Dumnezeu. Noi n-avem nimic. Nu este și o cântare. Loggers. События глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей. В Москве 22 часа. У микрофона Владимир Ведрашко. Говорит Радио Свобода. Новости. Бабушкинский суд Москвы назначил 850 тысяч рублей штрафа политику Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, снявшегося в агитационном ролике в поддержку поправок к Конституции. Кроме выплаты штрафа, Навальный должен будет отбыть 2 года 5 месяцев в колонии общего режима из-за замены условного срока на реаль. Суд засчитал Навальному месяц пребывания под стражей и дома. Приемник Верас РП-225 в диапазоне УКВ. Спасибо всем за просмотр. И до новых встреч. Пока.